Ավելի տարօրինակ պահվածք է դրսևորվում նաև ընդդիմությունը, որը որ պրակտիկապես որևէ գործողություն, որը ուված լինի Արցախի հարցի բարձրացմանը, չի իրականացնում, եւ այստեղ հարցը եւ իշխանությանն է, որը որ մենք գիտենք բազմիցս ասել ենք, որ դավաճանական գործունեությունը եւ դիրքորոշումը ցուցաբերում եւ ընդդիմության։ Այսօր խաղաղ երթերի վրա Ադրբեջանը թքած ունի։ Բուրժուազիան, մեր բուրժուազիան նույնքան դավաճան է, նույնքան, իսկ գուցե ավելի, որտեղ Նիկոլը գոնե ուղիղ ասում է. Ես դավաճան եմ, ես համարում եմ Արցախ Ադրբեջանի մաս։ Դե եթե հայ ժողովրդի իր ձերը, հայ բուրժուազիայի իր ձերը Ավինյանն է, բնականաբար մենք ստանում ենք այն, ինչ որ ստանում ենք, մենք կորցնում ենք երկիր, մենք կորցնում ենք տարածքներ, մենք կորցնում ենք մարդիկ։ Նիկոլի այդ արտահայտությունը առավել քան ցինիկ եւ հակամարտկային է, հա։ Եվ կգա ժամանակը, երբ որ Նիկոլան հետ կորի օրինակ, հա, եւ իր երեխաներին, իր ծնողներին կամ երեխաներին ինչ կան դրա մասին որ ասեն, երևի կլինի դա բումերանգի օրենքով, հա։ Получить высшее образование в Севастопольском государственном университете – заветная мечта для многих молодых людей из регионов Средиземноморья и ближнего зарубежья. Исполнить ее вполне реально. Сегодня СевГУ активно развивает свои представительства в зарубежных странах, а лучшие преподаватели ведут обучение на базовых факультетах в Севастополе. Только сейчас в институтах Севастопольского госуниверситета учатся более 200 иностранных студентов. Во всех больших городах там мегаполисы, много людей, которым просто нужно сделать свою работу. А здесь не только они делают свою работу, но и с радостью и с любовью преподаватели в университете. Они всегда были такие понимающие, им важен результат, им очень важно было, чтобы именно студенты получали знания. Экономика, судовождение, информационная безопасность, юриспруденция, эксплуатация судовых энергетических установок, технологии тепловой и возобновляемой энергетики. Зарубежным студентам, как и российским, доступны все направления бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Перед поступлением есть возможность пройти подготовительные курсы. А тем, у кого сложности с русским языком, помогут кураторы, преподаватели и одногруппники. Освоить разговорный русский, научиться на нем думать можно в интерклубе. Это студенческое объединение специально создано для адаптации молодых людей из других стран. Я стал иностранным студентом года, и мне очень понравилось. Это один из самых таких драгоценных призов, которые я получил в течение этих 4 лет. Севастополь исторически является центром притяжения для тех, кто хочет получить престижное образование, найти себе дело по душе. Поддерживая эти устремления, Севастопольский государственный университет готов помогать молодым людям реализовать свои замыслы и стать для них эффективной образовательной площадкой для личностного и профессионального развития.